29 августа свои двери для всех желающих распахнул Центр досуга «Победа». Это одно из самых больших и самобытных культурных учреждений городского округа Зарайск. На сегодняшний день на базе Центра досуга «Победа» функционируют 23 клубных формирования. Из них два имеют и носят достойное звание образцовый хореографический ансамбль «Антре» руководителя Александра Васильева и народный любительский театр «Сказка» Зайцева Елена Николаевна. В перспективе еще один творческий театральный коллектив премьера, руководитель Александр Штиф. С удовольствием занимаются ребята в кукольном театре «Теремок». Также всегда рада приветствовать и видеть участников своего клуба спортивно-бальных танцев, руководитель Елена Вапна. Есть еще интересная студия, которая работает уже третий год под красивым названием «Красная Слобода». Это творческая мастерская, где дети учатся рисовать по дереву, лепить из керамической глины, заниматься в кружке пэтчворк и также изготавливать замечательные украшения из бисера и делать сувенирную продукцию. Мы прекрасно понимаем, что наш город перспективный, и мы ждем эту массу туристов, которые уже имеют на сегодняшний день и магниты с видом нашего города, с прекрасным Кремлем и святыми куполами города Зарайска, и с фирменной куклой-оберегом «Зарайка» и «Зарайчаночка». Так что наш мир очень интересен и волшебный. Пожалуйста, приходите в Центр досуга «Победа», занимайтесь вместе с нами, смотрите фильмы первого экрана, участвуйте в наших спортивных тренировках, обучайтесь компьютерной грамотности и много-много еще всего интересного, нужного и полезного вы обретете в нашем центре. Так что милости просим. Для всех собравшихся специалисты центра предложили увлекательные мастер-классы художественно-творческой мастерской «Красная Слобода». В рамках проекта «Активное долголетие» был организован обучающий мастер-класс компьютерной грамотности. Проведены показательные открытые уроки образцово-хореографического коллектива театр танца «Антре», студии спортивно-бальных танцев «Бэби Дэнс», танцевально-спортивного клуба «Астра Дэнс», театрального коллектива «Премьера», народного любительского театра «Сказка» и вокального ансамбля «Созвездие». Здесь же можно было записаться в понравившееся объединение. Людмила Смирнова, Герман Беляев, Константин Куянов, студия «КВАН», Зарайское кабельное телевидение.